Вы знаете, люди относятся к личности. То же самое, как я из Украины. Какое у вас отношение ко мне? У меня вообще хорошее отношение. В принципе, к людям, да? Ну вот видите, если вы любите себя, вы можете любить других людей, и вы не смотрите, никто не судит человека по тому, откуда он. Все смотрят на личность. То есть вы можете быть либо хорошей личностью, либо плохой. Если вы хорошая личность, неважно откуда вы, никто никогда не будет воспринимать вас плохо. Поэтому я общаюсь со всеми. Я привлекаю тоже в свою жизнь вот таких же людей, позитивных, открытых. Меня всегда воспринимают хорошо, слава богу. Но тут по поводу «все мужчины козлы». Вы же понимаете, если женщина так думает, то что? Однозначно они будут козлами, все. По вере нашей будет дано нам. То, о чем я говорю на своих семинарах. Как вы считаете, что все козлы, они будут козлами? Если вы считаете, что все меркантильные, вокруг вас будут меркантильные люди. Вот как вы считаете, так оно и будет. Я люблю людей, я считаю, что вокруг очень много позитивных, умных, интеллектуальных, и с такими я общаюсь. То есть я их притягиваю в свою жизнь путем вот такого обмена. Поэтому